Здорово всем, ребята, всем привет. Привет, Hardplay 2.0. Да, бывший Hard Games. У нас такие вот видосики один за другим подсыпались. В общем, это обзор на игру Robin Hood Sherwood Builders. Вот. Посмотрели видосы, случайно сейчас на стриме наткнулись. Извините пока, что вот в такой вот обстановке и, короче, вот такое качество в плане вот этого всего. После операции, ребят, еще не пришел в себя, и здесь все мы не доставили и не выставили. Вот. Но хотя очень скоро уже будем снимать студию, потому что почти все доделали. В общем, что жду от игры? Вроде как здесь сделали билдер, вроде как сделали градостроение. Что-то вроде бы как бы оно и есть, но не знаю, двоякий такой проект. Понятия не имею, чем все это дело закончится и будут ли они вообще за этой игрой что-то делать, следить. Но какие-то моменты мне очень понравились. Там, допустим, то же самое, то, что можно строить, можно какие-то квесты делать. Довольно вроде как даже открытый мир. В общем, давайте приступать. Всем приятного просмотра, лайк, подписочка на канал и поехали. Кстати, вот эти вот обзорные стримы, которые не попадают на основной канал, это начало видеороликов на втором канале. То есть мы на ВК-плей проходим эти игры, ну и, соответственно, переходим уже куда? Правильно. Заливаем их на Hardplay 2.0. Приятного просмотра. Поехали. Новая игра. Мы с вами не играли. От атак можно уклониться, нажав пробел, двигая блок вперед, в бок или назад. Ну, то есть мансит просто элементарно. Ага. Угу. Это может помочь вам избежать серьезных неприятностей. Сейчас посмотрим. Ближний Восток. Арабская ночь. Робин из Локси выжил в палящих песках далеких земель во время изнурительных крестовых походов. Он вышел невредимым из смертельных стычек лишь для того, чтобы, как скрывающийся изгнанник, противостоять, в общем, своим оппонентам. После сожжения его предыдущего убежища леса Шервуда стали для него окружающим, короче, убежищем. В общем-то, я думаю, историю лор все знают. Смерть короля Ричарда Львиное Сердце повергла Англию в хаос. И все больше лордами разными управляемые войска, в общем, начали пилить влияние между собой на этих землях. Шрифтом Ноттингема. Ну, в общем, все плохие, мы одни хорошие. Но это не точно. Бодро. Спасибо, мы смотрели, кстати. Какая игра нас ждет? Чатику хай. Удачного стрима. Я, конечно, не подстрекатель, но FPS-то в ней идеальный. Так, давайте разбираться, что у нас здесь есть. У нас есть меч, есть его характеристики. Блоки, не блоки. Я так понимаю, это слоты. Лук. Его бы как-нибудь нам экипировать, наверное, да, тоже. Сосна. Это из чего лук делается. Наверное, есть тоже из чего меч, да, делается. Ага. Так, ну, перед нами какой-то город. Пока, правда, сложно сказать, какой. Отсутствие движения во время атаки. Свободное движение. Конечно, свободное движение во время атаки. Уровень сложности, естественно, для мужчин. Для настоящих мужчин. Трудный, конечно же. Поговорить с Туком. У нас задание. Она мне нравится по графике. Пока не знаю, чем, но она мне чем-то понравилась. Нажмите Enter, чтобы прочитать обучение. Колодец. Еда, питье. Ну, это ожидаемо. Кстати, а как, допустим, сравнить?
Во! Так. F замедление. Я так понимаю, бутылка с водой. А как ее... А, вот, изготовьте. То есть у нас есть пустая тара, мы ее, соответственно, набираем. Так. Чуть-чуть я бы сенсу подубавил, если есть где-то такая возможность в игре, я был бы очень-очень-очень благодарен. Наверное, где-то вот в управлении, наверное... Контроллер-персонаж... Где ж сенса-то вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Может быть, вот это, конечно. Но это не точно. Вроде нормально. Искусство торговли. В деревнях и городах по всей стране можно встретить торговцев. Они с радостью купят и продадут множество товаров в обмен на золото. Основная цель игры — освободить 4 региона в Центральной Англии от власти шерифа Ноттингема и его приспешников, уничтожая врагов и помогая безоружным людям во время выполнения заданий и событий, вы повышаете свою репутацию в данном районе. Достижение репутации 40% в регионе открывает возможность приступить к выполнению основной миссии, которая освобождает этот регион. То есть 4 региона, мы начинаем освобождение каждого. Окей. Во время, короче, путешествия по регионам вас ждут многочисленные события и задания, приближающие к вас к выполнению главной цели — приключения. Спасение жителей деревни от казни, их сопровождение. Короче, надо репу набивать у жителей. В принципе, довольно ожидаемо. Нападайте на караваны, хранилища и сборщиков налогов. Короче, чисто саботаж надо делать. Защита людей от... продажных рыцарей, безжалостных солдат, лесных грабителей и множество других опасностей. Развитие вашего персонажа будет зависеть от эффективного использования очков навыков. Ну, предельно все как бы понятно и вроде как даже ясно. How have you been getting along with Tuck while I'm away? Как ты находишь общий язык с Туком, пока меня нет? Недавно он бил себе в голову, что я ворую его вино из кладовки. Представляешь? Может быть, здесь сразу можно и квесты какие-то сделать? Спасибо. Проводишь? А, типа подворовываешь? Да, конечно, подворовываю. Но он от меня не поймал за руку. А если бы и поймал, ты скажешь, что это не твоя рука. Так, чуть-чуть диалоги потише. Диалоги прям вот так. Диалоги тет-а-тет. Понял. Управляйте своей деревней. Так, окей. Ну, здесь такое ощущение, что как бы вроде бы все и есть. Прям сразу нас кидают в эту тему. Я вот единственное только не понимаю... Истории нет. Ага. Подождите, если это наша деревня, чуть-чуть здесь бы тоже, кстати, поярче сделать, а тут что-то прям темновато. Если это наша деревня, так, а как, допустим, понять, какие конкретно эти построены в ней? Торговец. Ага, он продает всякие эти, да?
Ингредиенты, еда, вода, вообще все подряд продает. Все, что только есть. Понял. Пойдемте по квесту. Может быть, сейчас как-то нам обучат нас, да, чему-то. Камней огромное количество, в принципе, дефолт. Поговорить с братом Туком. Я всегда беспокоюсь, когда тебя долго нет, Робин. Дорогой Тук, сначала сгинет шрифт, прежде чем я позволю себе умереть. Как всегда, надменный. Я рад видеть тебя в добром здравии, мой друг. Не волнуйся, на этот раз нам ничего не грозит. Здесь мы в безопасности. Обычно после таких слов все грустно очень заканчивается. Ничего не могу сделать после такого кошмара, который нам устроили в предыдущей деревне люди короля. На этот раз они на нас не натолкнутся. Мы надежно спрятались. Я позаботился об этом. Предыдущее поселение было такое красивое. Я слишком хорошо знаю тебя, хитрый лис. Я знаю, что ты замышляешь месть. Ну, самое главное, что все остались живы. После того, как я победил черного Генри и освободил Мэриан из плена. У шерифа совсем сдали нервы. Я должен остановить врага, пока он не стал слишком сильным. Врагов, король и шериф не ограничиваются собственной помощью. Время от времени мы слышим, что в окрестностях Ноттингема начали рыскать всякое отребье. У короля становится все больше союзников. Одних он подкупает земельными наделами, другим угрожает смертью и конфискацией имущества. Мы должны ослабить власть короля и шерифа. Обязательно, Робин. Маленькому Джону наверняка разрезали рубашку. Нельзя так рисковать. Он справится с этим, ты же его знаешь. У каждого из нас свой крест, ты сам это говоришь. Золотые слова, возможно, ты прав. Это поселение выглядит безопасным. На этот раз нас никто не найдет. Пришло время выпустить стрелу прямо в сердце зверя. Я верю тебе, Робин, но прежде тебе нужно набраться сил. Строительство нового поселения — это каторжный труд. Поешь, попей и отдохни. Поешь, попей и отдохни. Вот, собственно, уже и идет основное обучение. Ну что ж, так выглядит инвентарь. В нем вы можете найти все свое снаряжение. Доступ к нему можно получить в любой момент, просто нажав О. Чтобы использовать его во время игры, удерживать нажатой кнопку Tab. Понятно, выбор всей этой карусели. Места ограничены. По мере продвижения будут расширяться инвентарь. В инвентаре появляются особые предметы, которые нельзя выбросить. Обычно они связаны с заданиями, которые необходимо выполнить. Знаем, умеем, практикуем. В мире вы встретите несколько наборов снаряжения. Каждый из них состоит из 7 предметов. Доспехи, перчатки, необходимые в бою. Такие детали, как капюшон, воротник и плащ, влияют только на внешний вид. Без оружия в лесах Шервуда было бы невыносимо. В них не смог бы даже выжить опытный разбойник. Специальное вооружение надо изготовить с помощью ткацкой мастерской, которую можно построить в деревне Робина. Окей. Так. Конечно, немного непонятно. Это наше хранилище, да? Хранилище наполовину закрытое. А, у нас даже лука нет, да? То есть у нас даже нет лука. У нас только меч. Низкое качество. Это типа склада. Поднимите соль. Так. Здесь вот кто-то что-то готовит. Приготовьте. Запеченный заяц. Солидная порция хрустящего мяса. Похавать он у нас, кстати, хочет. А чтобы съесть, как нам это сделать-то? Так. И бутылка, соответственно, также попить, да? И бутылка также, наверное, попить.
Ага. Я себя чуть-чуть повыше подниму, дабы у вас была вот эта вся тема вот так. А еще лучше, наверное, я бы себя вот сюда поставил. Нет, здесь он будет мешаться. Здесь он будет мешаться. В принципе, да вот так вот даже сделаю, ничего страшного. Там ничего особо важного нет. Так, воды мы накидались. У нас опять пустая бутылка. Мы спокойно подходим. Мы уже с вами изучили, как это делается. И две бутылки с водой мы делаем. Микстура тысячелистника восстанавливает ХП. А эту тему можно куда-нибудь на четверочку, например, да, поставить. Даже на троечку. Камень. Можно ли красть мох? Можно, черт побери. Вор, который ворует мох в огромном количестве из леса твоего господина, лорда Датли Татхма. Если мы тебя поймаем... Просто давайте все возьмем. И разыскивается Робин Гуд. Понятия не имею, кто это такой на самом деле. А вот, собственно, и Мэриан, да? Сосна, бук, пиво. Жажда со временем. Слушайте, ну собирать надо очень много всего. Я бы даже, если честно, особо не щемился. Будь осторожна, когда пойдешь за травами. Very funny. I've been locked in a tower once, and now there's no end to the jokes. Я всего лишь скромный разбойник, типа мне не до шуток. Just like I know nothing of herbs. Come here, simple outlaw. Как я ничего не знаю о травах, иди сюда, скромный разбойник. Я скучала по тебе. А я по тебе. Вернемся к твоим заботам. Маленький Джон в последнее время учит меня хорошо владеть мечом. Пусть кто-то приблизится, и полетят головы. Так, это, я так понимаю, его какая-то либо подруга, либо... Не знаю кто. Инструменты для ремонта. Гроши. Противоядие. Иван Деппола. Отмычки. Огромное количество всего, но я не понимаю, хорошо выспаться. Но это логично, что надо типа поспать. А вот и сундук Робина, кстати. Мне даже интересно, а как, допустим, перетаскивать... Должен же быть как-то через shift, может быть, нет? Такие-то вещи вот я бы точно оставил. Так, ну давайте. Он еще и сохраняет, да, параллельно? До. Поспим немного. Так. Сон или... Или подождите, как это происходит? До ночи, типа, надо поспать. Вряд ли до ночи надо поспать. Лё. До ночи я сомневаюсь, что здесь надо дрыхнуть. Мазь из тысячелистника. Значит, наверное, до утра просто. Да, вот солнышко только-только поднимается. Так, ну и теперь, наверное, я так понимаю, да, мы просели опять по еде. Ну, благо, что как бы у нас всегда все есть с собой. Можно, да, можно вообще вот так вот сделать. Я почему-то думаю, то, что с этим вообще проблем никаких не будет. И, ну, еды будет очень много в игре. Не знаю, могу ошибаться, но может быть и да, может быть и нет. Разберемся по ходу движения. Так, здесь все сделано. Что-то вино. Еще один какой-то сундук.
инструменты для ремонта. Категория готовка. Мне вот, знаете, что интересно? Если, допустим, ты берешь, да, мясо, хаваешь его. А, даже так. Так, поспали. Ты успел выспаться, дружище. Меня никогда не перестает удивлять, как мало времени тебе нужно для сна. Это полезно только если ты пьешь воду, а не кувшин вина перед сном. Этот аргумент меня убеждает, кроме того, что кто спит, тот не грешит. Я не откажусь от вина. Я знал, что так отреагируешь. Будь уверен, тук твой запас бочонков в безопасности. Я думаю, стратегический резерв на случай кризиса. Хера себе, стратегический резерв. А где, говорит, твой лук? На этот раз я ничего не потерял. Я сломал его на охоте. Мы так были заняты строительством деревни, что я еще не успел сделать новый. Последнее время лес не щадит нас, но худшее уже позади. Теперь можно спокойно заняться созданием нового лука. Возьми топор и сруби несколько деревьев. Древесины хватит и на лук, и на стрелы. У меня есть немного пеньковой веревки, подходящей для тетивы. Так. А вот сейчас... Ля. А вот сейчас мы уже будем разбираться, что и как здесь работает. Значит, есть топор. Топорик у нас. Ага. Мне вот интересно, ну, сколько по времени рубить будет. Подождите, может здесь какая-то система, как рубить, типа? Не-а. Просто рубишь и все. Подождите, а давайте посмотрим, где нам реально это нужно. Эти вот елки вообще, они нахрена они здесь? И хотя в деревне, наверное, вряд ли, да, нужно рубить. Давайте выйдем, наверное, за деревню все-таки. Робин Гуда запрягли топором махать так-то. Так. Изготовьте стрелы. С помощью ремесленных навыков можно легко создать новые предметы. Выберите интересующий вам предмет в инвентаре. Количество и нажмите кнопку «Изготовить». Изготовление предметов, требующих специализированного оборудования, например, мечей, необходимо вернуться в деревню и воспользоваться специально отведенными для этого постройками. Ну, конечно. Для приобретения новых навыков или развития уже имеющихся необходимого опыта его можно получить разными способами. От борьбы с врагами до выполнения заданий, добычи сырья, охоты, короче, со всего получаешь опыт. Круто. Очки навыков можно использовать для развития древа. Понятно. Знание, сила. Очки навыков также встречаются в мире в виде книг или свитков. Книги или свитки. Ну что ж, давайте откроем, наверное. А, Эва, ну чё? Еще привет, будет ли с твоим участием рейд по магазинам? Да, конечно. 100% будет. Привет тебе большой. Рад видеть. Вот, так что спасибо. Спасибо, будет. Куда же мы денемся? Так, я бы, наверное, это вообще убрал. Очень много дропа. 4-5. Наверное, как-нибудь вот так вот сделал. Стрелы у нас просто убираются вот сюда. Вы знаете что? Ой, какой красивый лук. Так, теперь надо понять, как здесь анимация. Ну, соответственно, чем дольше зажал. Ага. Чем более... долго зажимаешь, тем больше, тем точнее, короче, летит стрела. Обалдеть. Просто вообще полная свобода действий. Вообще, ну... То есть, знаешь, ну как бы... Вообще даже вот не паришься.
Я пока не понимаю. У меня очень двоякие ощущения. Вот эти вот диалоги. Но потом я понимаю то, что это обучение, потому что здесь механик очень много. И с одной стороны, это... Фига, устал. С одной стороны, это вроде бы как бы так, знаешь, круто, типа... А с другой, наверное, тоже круто, потому что, ну, тебе все объясняют. Мне подсказывает, что вот это вообще не рубится, нет? Сейчас, секунду. Не шутя, он прыгает. Все. Где урон, короче, идет? Мне интересно, сколько за срубленное дерево, вот, допустим, опыта дают. Вообще, дают ли? Да, плюс 10. 10 опыта, а за квест мне дали 30, что ли, или сколько-то. А. Интересно. Очень интересно, именно как вот реализована сама механика игры. Но это... Я бы не сказал, что это прям чисто-чисто градостроительная, знаешь, тема. Вроде как даже мне нравится, вот как оно все... Только не понимаю, почему он так прыгает. Обалдеть. Какой-то прям этот. Он, наверное, и должен быть ловкий, да, там все дела. Также я не понял, у деревни, как, допустим, посмотреть то, что уже есть. А, сообщество, мастерские. Ага. Ага. Обалдеть. Короче, нам надо людей как-то вербовать. Нам нужно вербовать людей и как можно больше. Like this, миссия «Лучший друг разбойника». С таким луком тебе нечего бояться, если только ты снова не подвергнешь Мэриан, ну вот эту девушку, опасности, попросив ее приготовить тебе еду, даже если чистая сталь и святая вода не помогут. Старая история. Мы все друг друга объяснили и вместе решили больше не повторять этой ошибки. Кстати, ты ее нигде не видел? Не волнуйся, в этот раз никто не устроил на нее засаду, она отправилась помогать местным жителям. Рано или поздно она вернется в поселение. Кстати, ты сказал, что тебе пригодится моя помощь? Да, есть несколько вещей, которые нам нужны. Прежде всего, еда. Во всем Шерводе найти лучшего лучника. Короче, я понял. Настреляй, накиляй. Это логично. Большая охота. Один из способов добить пропитание, я так понимаю, на общий вот этот, да, на весь общак, это охота. Благо в окрестностных лесах полно дичи. Ребят, сорян, что так разговариваю, где-то запинаюсь или заикаюсь. Не всегда удобно, потому что еще пока побаливает вот эта вся история, да, после операции тяжеловато немножко разговаривать, так что не обессудьте. Зоркий глаз охотника может определить места, где добычу найти проще всего. Большая охота. Олени очень пугливые и осторожные существа, и охотиться на них порой бывает непросто. Надо подходить к ним осторожно и уверенно, ну, понятно. Чтобы воспользоваться луком, иметь в колчане несколько стрел. Обостренные органы чувств – один из важнейших навыков. Их развитие существенно влияет на игровой процесс. Их можно улучшить благодаря развитию хижины зверобоя в вашей деревне. Во время охоты наиболее полезны чутье охотника и чутье следопыта. Однако не забывайте даже развивать интуицию и острое зрение. Обалдеть, крутяк. Вот этот режим замедления, я его, скорее всего, ребят, использовать не буду, потому что, ну хз. Это какой-то, ну, какие-то читы, я не знаю, это же не Макс Пейн. Ха. Опять же, это как по мне, конечно. Блин, конечно, красота-то, обалдеть. Неожиданно. Мясо косуля. Такс, ну давайте откроем карту.
Да, прям показано, где кто что. Слушайте, мы можем идти абсолютно куда угодно. А кто сказал вообще, что, ну, при открытой карте мы можем идти только в какое-то определенное место? А я вот хочу на лагерь пойти. Кто вот это вот сказал, правильно? Правильно? Правильно. Сейчас правее с вами выдвинемся просто. А ну-ка. Фига себе, здесь это секвойя, что ли? Или как там этот? Обалдеть, деревья. Типичный Алексей, ну и что? Самара. Конопля? 5 опыта, кстати, много. Что с головой? Уязвимый. Ой-ой-ой. Мне кажется, в голову он будет пободрее накидывать. 43. 83 за убийство сразу. 83. Друзья его, кстати, киданули. Погоди, а как взять? Сыр. Мешок с монетами. Обалдеть, это прям... Я видел, ребят, что там шахта или что-то типа такого. Обалдеть, красиво сделали, да? Второй ло-левел, кстати, чувачок. Короче, надо приблатыкаться, кидать им в голову, и все. На этом, в принципе, все закончится. Если мы научимся им в башню кидать, то урон x3, наверное, даже идет в голову. Ага. Вот он. Голова просто сразу улетает. Такое, я не понимаю. Это на хардкоре, да, мы играем? И сейчас я их зарешал, потому что, ну, в голову. Постоянные выстрелы в голову, они... ничем хорошим не закончатся. Мешок из грубой кожи, без украшений. О, как. Соль, не знаю, но, наверное, нужно. Кстати, я бы сорок-то захавал, на самом деле. А, даже так. Чуть ты у нас такой оголодавший-то, дружочек. Новая смола, вот я не помню, для чего она применяется в основном всегда. Я смотрю, какие-то эти веселые ребята, да? Извините. Стрела с медным наконечником. Это типа, короче, каких-то сектантов или, ну, очередные эти.
Категория готовка химия. Сосновая ствола, мясо зайца. За что зайца? Слушайте, вот эти вот садомиты, они мне, если честно, они мне не особо понравились. Пиво, ну тут такое. Мясо зайчика. Мясо зайчика, это, конечно, очень все хорошо. Маленький, ребят, лагерь. Мы сейчас, кстати, сразу же с вами посмотрим и проверим, изменилось ли как-то влияние на карте и вообще, где оно показано. Но пока я, допустим, не вижу, где вот оно меняется или как-то оно, может быть, потом как-то будет показываться, но... И, короче, естественно, все только по цепочке, да? Понял. Повреждение от лука плюс 3, увеличивается урон, наносимый луком, как обычный выстрел, так и спецприемами. Твою мать. Сразу, ну, давайте мыслить логически. Что нам необходимо? Наверное, в жбан. Увеличивает дополнительный урон при нанесении крит-удара. Ну, вообще, да. Плюс слоты. Крит, конечно. А, плотник, вырубка, шахтер. Я просто не хочу, я говорю, через замедление играть. Вообще жесть какая-то. А где она? Она заканчивается вообще где-то? Прикол. У меня вот вопрос возникает. Есть ли которые попадания типа в голову? Но вот в голову вот он. Причем как-то он странно был запрятан. Максимальный вес инвентаря. Топ ресурс, вместительные карманы. У меня прям подбивает на вместительные карманы. Просто жесть как подбивает. Очень сильно. Я пока по урону не проседаю. То есть я по урону не проседаю. Я думаю, что мы пойдем через... раз, два... И прям вот так вот, потому что, ну, постоянно сейчас будет проблема с этим, с кармашками. Это железобетонно. Признайся, ты зашел в эту игру только из-за лука. Ни в коем случае. Нет, 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 все вброс. Все вброс и клевета. Здоровье не буду качать, луки плюс 3, плюс 10. Что это такое? Увеличивает повреждения, наносимые во время добычи руды. Это как? Это, конечно, ветка очень сильная. Но плюс 20 к инвентарю. Я не могу себе этого простить, чтобы сюда вот не дойти. Плюс 8, плюс 8 и плюс 20. Максимальный вес и место в инвентаре. Место в инвентаре вообще просто must have. Постоянно сейчас будет не хватать. Я вам вот просто вот гарантирую это. Можно теперь посмотреть, как у меня выглядит? Вот. Вот. Живем, живем, живем. Базара ноль. Базара ноль. Жизнь, как говорится, фиксируется. Хорошо, хорошо.
У меня теперь есть вопрос. Вот я, допустим, собрал... Я, допустим, что-то собрал, да? Ну, пусть это будет там крольчатину или еще что-то. Приготовить. Запеченный заяц. Да, пожалуйста. Просто соль и мясо зайца. Заяц. Зайца не трогал. Как бы нашел. Ребят, нашел не считается. Нашел не считается. Не надо сразу. То есть, ну, кто начнет, там вот это вот. Ребят, мясо зайца нашел. Все видели. Так, еще надо захавать. Какой сытный зайчик. Слушайте, ну, вроде как и все. Мы здесь с вами неплохо так подлутали. Шляпы здесь поотлетали. А вот теперь у меня есть другой вопрос. Где-то недалеко, вот здесь, мы с вами увидели, улицезрели какой-то спуск. Причем нарвался я на него... Скункс! А, причем нарвался я на него совершенно случайно. Это что, склеп? Мощный замок. Закрытый на механизм. В случае двери такого типа чаще всего необходимо взаимодействовать с рычагом, который вы найдете неподалеку от закрытого механизма. То есть нашли механизм, где-то есть рычаг. Чтобы, ну понятно, чтобы активировать рычаг, просто ёпта, найдите его. И вот здесь вот, конечно же, ну естественно. Щелкнуло что-то. Так, сек. Ага. Комбинация. Два. Добро пожаловать. Ну, хавчик. Компрессы из меда. Очень жесткий отхил. Прям бодрый. Угорь плюс к жрачке. Мешок монеты плюс 19 сразу же. Золотой браслет. Ювелирные, между прочим, изделия на запястье. Но... Небольшое, но искусственно выполненное, друзья мои. Мешок из грубой пряжи и опять плюс 8 монет. Сундук подмастерья. Неплохо. Прям что-то очень интересное. Так, ну и косуля. Кстати, кто-то вот здесь у нас показан. О, 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 стой! Скункс! Дабл бан. По 30 за каждую косулю, не понял. Тридцать за каждую косулю дают. Это много. Это не то чтобы много, это прям очень много. Сейчас как раз наварим еды. Кому, вы что здесь, с ума посходили что ли? Студентики самоликвидируются, друзья. Приехали на делянку и самоликвидируются. Представляете? Раз. Пойму, это халявный фарм или что? Или я такой красивый и незаметный?
Я так-то не против, но по тридцатке, как говорится, оно само себя... Просвистело, видел? Вот эту, кстати, подбил. Ночлег. Прикол. Да мы как-то настреляли, по-моему, не сильно ли много, нет? Заяц. Кто там, я не пойму, угу делает. Парни, вы что, я не пойму, вы что здесь устроили? Стрелы, в принципе, крафтятся очень просто. А сундук Робина... Все вот эти вот коробки, все какие-то дорогие вещи. То есть мы их можем складывать. И-то крутые эти мы тоже можем убирать. Кстати, очень прикольная механика. На самом деле они сделали. Ты типа бежишь. Ага. Будь любезен, да, то есть... Слушайте, отличная механика. Если я так думаю, наверх залезть, их можно вообще настрелять огромную кучу. Опыт течет вообще просто рекой. У них здесь прям прикормленное место. По тридцатке липнет. Фри опыт, чё? Они здесь как это, знаешь, как точка спауна, что ли? Подожди, это типа получается, что... А, да, сейчас тебе, ага. Точка спауна-то это, конечно, хорошо, но все не так просто в плане... Все не так просто в плане прокачки. Потому что опыта надо очень много. Как бы мы с вами, в принципе, системы привыкли ломать. Что-то и хотелось. Не прям спаунится, да-да-да. Типа здесь грех не пофармить. Ну ладно, я думаю, нам достаточно. Все прекрасно. Такс, ну погнали. Загрузка, спасибо большое за подписочку. Кстати, ребят, все, кто будет на ютубе смотреть, спасибо огромное, кто подписывается на ВК Play Live. Ссылочку оставлю внизу в описании. И... Здорово, отец. За неуважение, я не пойму. Свой или чужой? Смотря ты, что ты думаешь о короле Иоанне и шерифе. Может быть, к нам присоединиться? Одного в костер, другого в огонь. Значит, друг. Меня зовут Теобальд, господин. Я ищу страну Кокейн. Мы уже месяц в пути. Шериф, пусть у него корешок высохнет и отвалится, не дает нам покоя. Он сжег мой дом, я едва спасся с семьей, собрал остальных людей,
и также много недель бродил. Короче, они просто склоняются. Не обижайся, но мне кажется, это вымышленное место. Не вымышленное, а легендарное. Я его найду. К тому же лучше искать страну, чем жить там, где правит шериф. Ты отчасти прав. Может остановиться в нашем поселении? Позволь прервать тебя. Спасибо, но мы идем дальше. Чем быстрее мы пойдем, тем быстрее придем. Черт возьми, духи леса. О! Пацаны, чмошники! Ахтунг! На разворотчиках! Ска! Ну-ка, не трогай, бля. Ска! Ага. Просто накидать с упора. Че они пока втыкают? Косарь опыта. Повышен уровень репутации. Мне не нужно ни золото, я не ищу аплодисментов. Типа, добро пожаловать. Слушай, ну я так понимаю, короче, это плюс к карме, это 100%, да? Фанатики какие-то вообще просто реально утырки. Не, ну а чё, мы неплохо очень, на самом деле, очень неплохо нагрелись. У нас так-то с вами все в порядке. Подожди-ка. А вот еще какие-то типы, которые просят. Так это же выгодно, это по косарю, ты представляешь, что это такое? По косарю за каждого вот этого обмутка. Это же ультра выгодно. Типа даже оленей особо не надо кошмарить, потому что... Типа, потому что просто квест делаешь и все как бы. А, еще да, у нас тут какие-то. Слушай, ну они вроде как поговорить хотят. Что у нас по прочности лука, да, интересно? А, качество падает. Понял. Сейчас ты договоришься. Камень, чеснок, все. Опасные ребята, что-то они какие-то такие особо доверия не внушают. Я вижу, что готовится поход. Я уже в одном участвовал, не советую. Какой к черту поход? Они не хотят выплачивать нам жалование. Я бы их всех высек плетью, но мне не хочется становиться изгнанником. Как удачно складывается, что я уже им являюсь. Возможно, смогу помочь. Я типа не верю в бескорыстную помощь. Ты кто такой? Меня зовут Робин Гудом. А мое дело вместе с моими людьми мешать нашим милостливым правителям, помогать тем, кто страдает от беззакония. Шеф. Ведь нас коснулось беззаконие, верно? Эрлик, помилуй. Да, это мы страдаем от беззакония. Слушай, Робин, если тебя так зовут, мы ведь недавно устроили взбучку каким-то охламоном во имя короля Джона, верно? Вы похожи на тех, кто может отдубасить, так что если ты так говоришь, так оно и было. Вот именно, когда работа была сделана, вместо того, чтобы заплатить нам жалование, в нас направили стрелы. Разве это справедливо? Ни в коем случае. Вот именно, поможешь нам вернуть наше золото? Наверняка не только его хранят люди короля в хранилище неподалеку отсюда. А как? Так, а вот теперь вопрос. Лагерь людей короля. Я так думаю, что это вот эта вот просто тема.
Или здесь? То есть, вы понимаете, в чем кайф? Здесь можно... Ты открываешь вот сырье, ночлег. Ха. Мне знаете, что интересно? Каким макаром... Да, кстати, во-первых, нам надо вкинуть умение. Я бы здесь, наверное, прошелся... Сейчас, секунду, я посмотрю. Быстрые рефлексы уменьшают время, необходимое для повторного. Включаем режим охотника, головорез. В спину во время боя и попадание стрел, которые застали противника врасплох. Это очень хорошая вещь. Угу. Шанс на крит попадания. Чего? Пробивание доспехов плюс 20%? Так это вообще же имба. Это просто... Ну, без комментариев абсолютно. А теперь у меня есть вопрос. Как понять, куда именно, допустим, вот они направились? То есть где-то же есть задание, да? Активные задания. То есть это делается довольно просто, да? Ты просто взял, поменял и, в общем, пошел. Прикольная тема. Кстати, нужно обязательно попить. Есть. И параллельно, да, мы открываем разные интересные вещи. Это всякие шахты, всякие вот такие. А мне ведь говорили в обучении. Они же сюда, да, пойдут? Что думаете, получится? Ну, их там много, ребят. Закайте. Тележку надо сразу останавливать. Они что-то везут. Три типа, один за этим. Ой-ой-ой. Больно. Больно бьют. Очень больно. Как лицо? Первый пошел. Второй ушел. Ёпта, что за консервная банка? Неплохо. Шлем у него слетел с одного нока. Не зря прокачал скилл. Жбан просто, ребята, он улетает сразу. Даже на хардкоре. Это какой-то типа начальника каравана, наверное. Сынок, я в Скайриме там... 288. Братики, ну здесь просто... Вы... Украденные вещи. Деревенские. Что? Иногда во время путешествия вам удается завладеть краденными вещами. Вы можете вернуть их старости деревни, которые...
представляет законных владельцев украденных вещей и поднять свою репутацию. Вы также можете позаботиться о себе, продав их любому торговцу. Ага, либо ты репу качаешь, либо, короче, торговцу. Разбойник уже мужчина в лесу, постоянно подвергающийся опасности. Бывает сложно сделать выбор между кошельком и золотом или благодарностью местного населения. Но помните, что репутация иногда может быть ценнее золота. В каждой деревне есть представитель, которого называют старостой. Именно ему вы можете передать украденные вещи, которые вам удалось вернуть. Благодарность за ваши труды. Уровень вашей репутации в регионе вырастет. Необычная награда ждет упорного разбойника, который живет согласно девизу. Отбирай у богатых, отдавай бедным. То есть, если ты постоянно будешь отдавать, может что-то очень крутое прокнуть. Можно с уверенностью сказать, что каждый раз, когда вы будете достигать наивысшего уровня репутации в регионе, лучник в капюшоне будет получать уникальный и загадочный подарок. А теперь возникает очень простой вопрос. Во-первых, можно ли украсть лошадь? Ну, просто я был обязан это попробовать сделать, потому что, ну, как бы... Знать лошадь, ну, это же святое. Так, во-вторых, нужно понять, где это вот это вот такой вот, вот значок. А, типа то, что людям надо что-то отдать. Я вот, к сожалению, пока не увидел. Вот, может быть... Нет, не могу я пока что понять... Ну что ж, ладно, давайте пробежим. Кстати, вот сейчас уже актуален стал хил. Если что. Дамажат очень больно, очень сильно. Если попадают, то как бы, ну, пробивают они очень серьезно. Чисто цыган, да-да-да. А как интересно это вообще хрень выглядит? Там, кстати, мне какой-то свиточек еще дали. Одно очко навыков. Привет. Серьезно? Ладно. Окей. Дальше лук просто тулим. Я один это увидел. По таймингу. Ты че, Сережа? Ты чьих будешь-то? Родной. И все? Знаю, что-то он какой-то это. Оп, чё? Можно поворачивать зеркало с помощью зеркала. Зеркало. Ага. Да, он в итоге должен попасть. Интересно. Прям головоломки. Я так понимаю, наверное, это работает вот так, да? По идее, вот этот... Найс. Вот этот он должен поворачиваться вот туда. Подождите, зеркало. А туда он сразу не может, да? Головоломки есть, это очень круто. Мне нравится. А может быть, ну, что-то вокруг, какая-то есть тема? Нет. Кстати, пока не забыл, сейчас я одну штуку сделаю. Очень
нам необходимо. Упал, кстати, я очень сильно. Когда упадаешь, ну, прям больно. И сейчас вот придется как-то что-то, ну, искать, и чтобы захавать. Например, вот тот же самый хлеб. Потому что прям неприятно. А, хлеб захавать-то это, конечно, хорошо. Ага. Только нам надо что-то лечебное. Прикол. Ладно, пока потерпим. Так, давайте дальше думать, что мы имеем. Мы, в принципе, имеем... Что это такое? Куда сразу телепортнуться? Что мы имеем? Мы с вами имеем... Как-то нужно вот этот направить луч. Но он отсюда. Он отсюда, да? То есть, да, вот. Он как бы стартовый вот отсюда. Смотрите, дальше туда не вариант. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А как же это близко? А куда тебя? Может быть там, может быть здесь, может быть на замок. Куда? Что это было? Стенка опустилась, вижу. Реально, прям эти головоломки, вся дела. Прям по-взрослому. И... типа... Нет? Вот этот зашел. Может быть, где-то еще есть? Может быть, еще где-то что-то есть? Конечно же. Лук почти уничтожен. Вот это вообще просто грустно. У меня нет тетивы. А починить тоже, да, не варик? Твою мать. А починить, ребята, я не знаю. У меня, наверное, эти я выложил ремкомплекты. Нет, так-то ремка есть. Ладно. Так, ну что ж, еще один секрет, ребята, за нами. 88, 75. Обычные деревянные стрелы. Мешок. Дорогие камни на золотой цепочке. Привет. А это уже два. Эль. Кстати, вот это можно выпить. Чуть-чуть подхилиться, прям децл. Слушайте, ну головоломки имеют место быть. Так, у нас теперь есть одна проблема.
И это прям не проблема, это прям проблема. А я вам сейчас объясню. Нам обязательно нужно вот сюда. Вы меня спросите, по какой причине? Да на самом деле все очень просто. Потому что лук ломается. И это вот так вот делать вообще не надо. А, я сундук не взял? А, ну это нормально. Это нормально, это мы так умеем, да. Ну, мы как бы эти, ребят, с вами, да? То есть мы... Зачем сундук, ребят, нужен? Зачем? Для чего? Мастер кузнечного дела. Все инструменты отличаются необычной точностью изготовления. Только мастер смог использовать весь их потенциал. Пороги улучшения предмета. Проволока. Уникальный материал, из которого можно приготовить уникальную одежду. Ха. Перегруз, что ли? Понял. Блять, не знаю, что и выкинуть-то на самом деле. Можно пока что камни выкинуть. Кстати, насчет выкидывать, я почему-то даже не подумал, а как выкидывать? Понял. Так, я погнал. Я погнал. Слушайте, нам надо что-то с ХП сделать, на самом деле. Что-то мне это вообще абсолютно не нравится, и надо что-то как-то это... Пивко, кстати, неплохо дает здоровье. Но она потом дает и жажду. Нифига себе, пиво бустит здоровье. Не-не-не-не, парни, на меня не агритесь, тормозите. Интересно, а можно ли портнуться? Ну, то есть, допустим, вот я захотел портнуться как-то, нет? Да? 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 Ребята, можно. И ведь это очень удобно. Это крайне и очень удобно. Угу. А, конюши и карта. С помощью карты можно быстро перемещаться к указателям и конюшням. Таким образом, можно перемещаться только в открытые места, если вы не сражаетесь. Ну, это понятно, это стандартная история. Ну, это логично. Так. Здесь, я так понимаю, нужно у нас... Во-первых, переключиться на основное задание. Хранилище. Мне вот интересно, а это общее идет хранилище или нет? Или да, или нет? Мясо в хранилище. Добавил шкуры и мясо. Очень интересно. Не-не-не, мы теперь винчик все это будем брать. Секунду, сейчас забуду. Сейчас забуду. Вообще просто must have тема. С водой вообще лучше не шутить здесь в этой игре. Слава богу, ты вернулся целым и невредимым. Дорогой Робин, позволь спросить, как там наши косули? Удачная была охота? Мы, говорит, давно знакомы, а ты все спрашиваешь. Мои глаза не подвели меня в этот раз. Надеюсь, хватит на всех. Значит, там сундук общака. А где мы спим, это сундук чисто
нашего персонажа. Верно? Верно. Ага. Надеюсь, хватит на всех, видите? How long have we known each other that you still need to ask? My eyes haven't failed me this time either. I just hope that there's enough for everyone. Проследи, говорит, чтобы все получили горячую пищу. Make sure they have a warm meal today. Так. Пресвятая Дева, конечно, я это сделаю. Мы подкрепились и под твоим руководством готовы работать на славу. Что ты имеешь в виду? Разумеется, расширение нашего поселения. Веселая компания постепенно перестает здесь помещаться. Вокруг тебя много верных людей, каждому из которых нужна крыша над головой. Чем больше домов, тем больше рабочих рук. Думаю, я понимаю, к чему ты клонишь, Штук. Неужели я стал таким предсказуемым? Нам нужна древесина, чтобы построить дом для жителей поселения. А. Древесина, чтобы построить дом. Очень интересно. Подождите-ка. То есть я могу сейчас древесину дропнуть сюда. Это же все древесина, да? Бук, херук, шкура лани. Я вот не понимаю, вот это вот имущество, которое мы нашли, что с ним делать? Пока вот мне вообще непонятно. Голду, вот мне так кажется, что золото нам нужно носить в наш дом. Под голду я подразумеваю вот эти вот штучки. Голду я подразумеваю вот эти вот, как же вам объяснить-то, вот эти вот драгоценности разные. Прям 100%, потому что они, видите, 2 из 5, 1 из 5. И вопрос, а что будет дальше? Хорошо, мы собрали. А дальше-то что? Дальше непонятно что. Правильно? По поводу лука. Что же все-таки следует, как сделать? Либо купить тетиву, либо купить тетиву. А она есть вообще? Она бывает у торговцев? Кстати, есть еще соль? Есть. Дайте-ка я быстренько. Зайчика переварю, а то он лежит, грустит. Тетива. Is there anything you need? Тетива. 30 монет. В чем проблема-то? Но мы просто делаем вот так. Деревню, которую нужно построить. Мы просто делаем вот так. Управляйте своей деревней. Нам сказали сделать... Ага, еда 75, работники 2, доступные работники 2. Секунду. Порт у нас сюда есть. Одну секунду. Сейчас мы восстановим справедливость. Во-первых, я бы хотел я вот не понимаю, вот эти шкуры, не шкуры, нужны ли они вообще? По идее, все шкуры, наверное, надо сюда класть. Может быть, из них что-то будет крафтиться, делаться. Волчья шкура. Причем у меня их
По-моему, еще где-то что-то было, нет? Для чего, допустим, вот этот вот чеснок? Вот я тоже не понимаю. Он же тоже для чего-то, правильно? Так, похавали. Водички вкинули. Пулка есть. И теперь у нас есть шанс того, что вот те типы, они к нам присоединятся вообще легко. Знаете почему они к нам могут присоединиться? Потому что они попросили, верни нам жалование. Либо это будет просто опыт, либо они к нам как бы вернутся. Кстати, насчет лука. Мы с вами просто берем. Понял, принял. Ну, как говорится, Робин Гуд Робин Гудом, а сам себя, само себя дерево как бы не нарубит. Да, говорится, да. Никто не отменял. Руками тоже надо, как говорится, это работать. Правильно. Не, работа для рабов, конечно, я слышал от одного стримера, да, немалоизвестного, как бы всеми известного, да. Но в реалиях жизни поработать надо, да, немножечко. Неплохо он рубит. У нас, кстати, так прилетел нам апгрейд. По-моему, мы чуть-чуть побыстрее стали урабатывать эти сосны, и у нас побольше стало вот этой вот всей темы. Топорик тоже, между прочим, начинает по чуть-чуть грустить, но сосна, камень, да, я вас умоляю. Крафтим лук. Все. Этот лук, я не знаю, его выбросить или что. Низкое качество. Надо подумать, как делать высокого качества луки. Да? Пока что, в принципе, имеет место быть. Погнали дальше. Очень красиво. Знаете, трава высокая. За траву, да, могу сказать, что высоко. Мы здесь были, да. Эти все делянки, которые мы разоряем, мне это тоже очень нравится. Вообще просто по кайфу. Так, и нам нужно с вами забрать жалование, да? Жалование работяг, как говорится. Хороша. Почему именно эта кнопка здесь лежит? Кручу-верчу, обмануть хочу. Что это значит? Блин, а может быть это туда, куда это должно смотреть? Да нет. Смотри, одна как подсказка кнопка крестик в центре, да? Правильно? Потом вот этот мечик. Может быть еще где-то какая-то подсказка будет. Крестик, мечик, а ну наверное и потом еще один символ. Давайте попробуем. Мечик, крестик. Ну не, ну это вряд ли. Нет. Так, какие еще, ребят, есть предположения? Что-то нужно куда-то повернуть. И ларчик этот откроется.
Везде по три штуки. Раз, два, три. А может быть вот здесь? Секунду. Может быть вот здесь вот эта точка? Ня. Видишь, крест какой-то. Что там, блядь? Думаете? А. Какие-то, видишь, у них стоят римские цифры. Стоят у них римские цифры. Левел, что ли, получил? Да ну нафиг. Повреждение открыт попадание. Пробивание доспехов. Скорость бега. Повреждение открыто. Пробивание доспехов, конечно. Тут даже думать не надо. 200%. Расход по прочности лука я бы вот сюда, конечно, тоже вкинул. Пока идей нет. Может быть, что-то на столбах. Стоп, двойка показана. Подождите. Или вот это вот двойка. Двойка, мне кажется, центральная. Единица, двойка. Понимаешь, братик, что вообще происходит? Золотой браслет. У нас уже тоже такие были. Компрессики из меда сюда. Мази. Добрый вечер, ребята, сделано. Сундучки, подмастерья разные. Так, продвигаемся. Здесь мы накрыли караван. И мы бежим прямиком восстанавливать справедливость. Работяг обидели, не заплатили. Ну, а мы с вами. Выглядит как мод к Скайриму. Слушай, моды. Моды я, конечно, могу подсказать, но. И. А, тут целое поселение. Сынок, а здесь целое поселение. Вот это прикол. А здесь, братцы, целое. Поехали, чё?
Пойдем чекайте их. Бег прокачали, все прокачали, в общем-то. Шляпа сейчас улетать будет, я думаю, вполне нормально, да? Я не знаю, но это слишком, ребят, просто, что ли? Приблатыка из стрельбы из лука, он очень быстрый у нас, перс. У них обычно есть, как бы, вот это вот, докуда они добегают. Просто докуда они добегают есть. Отбежал. Как говорится, дал-дал, ушел. Я считаю, это довольно... Ну, такое. А, не отхиливаются. Да и погнали сюда, что крутить. Кто нам мешает? Кого мы боимся? Не зря, не зря пробитие качал. Не зря в Mountain Blade играли. Да? Ага. Открой. Тема с маунтом вечно, братик, вечно. Ну, ребят, ну это все-таки как бы денежки капнули. Часть мы их выпилили довольно просто. Хардкорный режим абсолютно я никак не почувствовал, что что-то здесь как-то ультра сложно. 28. Далим. Монет 33, 28. Слушайте, у меня есть стойкое ощущение, что здесь ну, будут 100%, да, еще работяги. А, да ж так. Понял. А, у них здесь прям с каменоломней. Прям, прям хорошее поселение, кстати. У ребят-то здесь очень даже неплохо. Лук нарисован. Мешок, соль. Ёпта, чуть не обод... Судительный момент. Руханул немножко, если честно. Я прям на 100% просто по нему долблю, чтоб, но... Размен. Размен. 134 дал. Падают только монеты, пока я больше ничего интересного не находил. Я думаю, что сейчас будет какой-то босс а-ля или что-то типа такого. Потому что жалование работяг никто просто так, конечно же, отдавать не будет. Давайте попробуем подползти. Ага. Знаешь, мы что можем сделать? Мне интересно, как здесь скрытые киллы можно делать. И можно ли их здесь сделать. Вот это вот какой-то веселый парень. А здесь закрыли проход, понял. Я думаю, что можно какой-то, типа, знаете, скрытого убийства. Вот это поняли, да? Вот
Вот это вот крутой будет. А может быть и нельзя. Понял. Понял. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Так, предлагаю сразу захавать какой-нибудь типа. Да, почему бы и да. Немножко не набиралось у нас здесь. Механизм. Вы на механизм. Но это же читаемо. Нет. Колокол, факел, какая-то конструкция. Какая-то конструкция. И больше ни хрена нет. Вообще. Четыре лука на стенде висит. Что это? Может, отсюда стрельнуть? Нет. Есть, ребят, мысли какие-то? У меня пока нету. Какой-то где-то есть механизм, рычаг. Рычаг, может быть, внизу? Может быть, внизу? В окно глянуть? Да ладно. Ну давай. Кстати, сундучок еще один нашел. Откройте отмычкой, будьте любезны. Еще одно ожерелье. Еще один мед. Интересно только, откуда в это окно. Сейчас будем думать. Может быть, с метки, да. Но разве... Да. Обалдеть. Я был очень близок. Луки, луки. Да вы гоните, а. Имущество украденное у Барнсдейла. Еще одно имущество уже, кстати. По-моему, да? А вот, собственно, и жалование наемников. А никак здесь в кармашке нельзя, ну, немножко набрать? Нет? Нет, нельзя? Ну что ж, теперь на всех парах летим сообщить радостную новость. Блин, я надеюсь, я здесь в этот раз все собрал или опять где-нибудь сундук какой-нибудь оставил? Я же ничего не забыл. Да, действительно, а для чего нам кошелек с 70 монетами, да?
Все, ребят, вроде все. Ну, погнали, возвращаем. Бегает он, конечно, дай боже. В телеге, да ладно. Возвращаться не буду. Там вот какие-то веселые ребята. Не так, для общего развития. Ну-ка. Я вижу то, что меня обходит. Ой, мне кажется, он что-то знает. Будет больно. Будет очень больно. Так, чушпаны. Вот там на ускорениях. А даже меч впадло мне брать. Я думаю, что их можно и гангнуть. На самом деле. Дурак. Понял. Бегают они как быстро. Ну-ка, парни, что-то вы маленько здесь подрасслабились, нет? Чё, сынок? Ну на, держи. Не-не-не-не-не, тормози. Это была плохая затея, я понял. Это он так закрывается? Ну и как? Помогает? Нет, вообще вот так вот закрываться. Сейчас я маленько захаваю. Ты хера себе! Хорош, тормози, ты чё? Марист. Мастер даджа. Много людей в мире знаете, которые могут от стрелы увернуться? По-моему, не очень много. Бьют сильно. Не очень шо. Да. Нет, сынок, все, тормози. Что вы какие-то эти немножко придурковатые, нет? Дерзкие, больно как дерутся. Больно, прям больно, больно. Так, надо чем-то. Хорошо, винчик взяли.
винчик вообще просто must have. Чисто винишко тян. Без винчика было бы очень плохо. Слушайте, ну так-то вообще мы вроде бы как бы поселение, да, целое нагнули еще. Так, а еще что-нибудь можно покушать? Вот это неплохо захиливает. Прям реально у них поселение. Блин, можно бы было их как-нибудь захватывать, вообще бы цены бы не было. Посох старца. Кого? Это посох старца, ребят, нашли. Я бы их вообще спалил бы, все эти поселения, если честно. Здорово. А кто? Ты гонишь, нет? Ну закрываться ты, кстати, неплохо закрываешься. Неплохо доджишь. Как боженька. С них тоже только дроп. Контрольная точка обновлена. А, все, мы типа захватили. Плюс репа. Угу. Понял. То есть это теперь типа захвачено, оно как бы наше. Я только не пойму, в чем вот это-то вот, в чем прикол. Иван Депола, сосна. В чем прикол, типа разбить эти штуки? Окей, сыр. Странно, кстати, что он не видит мясо косули. Типа оно есть, но... А. Понял. Ну, не знаю. Вроде как довольно все это. Можно, в принципе, хлебушка забабахать. Поселение-то вот от этого что? Просто репутация дается? То есть ты их как бы гангнул, освободил и все? И типа, ну ты крутой парень. Наверное, это так работает. Так, ну хорошо. Давайте им отдадим. Что? Держи. Ты цел? Здоров, нашел золото. Целый, невредимый, у меня с собой. Ого. Плюс репа, плюс косарь с лишним. Честная сделка, выпью за твое здоровье. Возьми на память вот это, сможешь здесь сделать головной убор, похожий на наш. Они меня тонко-тонко, очень медленно подводят к тому, чтобы я научился крафтить. В лагере есть враги. В смысле? Они меня потихонечку-потихонечку подводят к этой теме. Откуда вы здесь? Недостаточно стрел? Сейчас, серьезно? Ну, типа, вот они появились опять, и чё? И их каждый раз надо зачищать, что ли? Или чё? Ну, прикол-то в чём?
Твою мать, откуда? Где он? Шел парень. Но луки не падают. Я вам вот так скажу, типа... Как бы бабки падают, луки... Ня. Опять те же самые. Как бы дропа нет. Я так понимаю, они просто приходят, да, сюда? Показано, типа, вот это вот, типа... А, именно с лука нужно... А в чем кайф? Ночь, да, тоже довольно резко наступает, соглашусь. Так, ладно, хорошо. А дальше мне говорят... Угу. Ну, не знаю, ночь, как по мне, слишком резко она наступила. Прям очень-очень резко. Сейчас как раз построим, ребят, и обзор завершим. Но мне интересно, интересно и необычно, и как-то двоякие чувства, при том, что вроде бы с одной стороны все довольно просто, что ли, а с другой стороны, не знаю, а просто ли? Может быть, просто я так стреляю, знаешь, там получается попадать. Подмастерье, сундуков набрали просто огромное количество, причем они какие-то крутые. Они какие-то крутые, так как их именно откуда-то постоянно достаешь. То есть либо из рейда, либо еще из чего-то. И это на самом деле круто. Один из предметов, необходимых для создания статуи. Статуи. В горе стоит статуя, у статуи. Да, но мы нашли проволоку. Хорошо, давайте спим. До раннего утра. Так, есть. О, камень и сосна в хранилище. Я не знаю, я бы, если честно, ребят, столько разного дерьма. Вот это что это? Типа то, что я могу продать? Противоядие с ракет. Ну давайте дропнем. Чуть-чуть мази оставим. Чеснок, я, если честно, так и не понял. Этого можно дропнуть. Денег-то на самом деле очень много, ребят. Очень-очень-очень много денег. Мясо косули. Можно, я думаю, тоже его все туда. Какие-то вот шкуры редкие. Я вот не знаю, может быть, они, конечно, пригодятся где-то нам, но... Совсем быть откровенным, я... Немного не верю, что они вообще нужны будут. Допустим, вот, смотрите, шкура лани, да, те же самые. Еда здесь вроде как не тратится. А почему не тратится? Может быть, когда мы что-то строим, она будет тратиться или еще что-то. Лучше 300 монет, ну, допустим, хорошо. Странно, странно. Пока непонятно, я бы вот так вот сказал. Пока слегка непонятно. Так, мне говорят, камни в хранилище. Немного дерева. Камни и дерево. Но если
темы с тем, что типа нужно обязательно все складывать туда, тогда у меня возникает вопрос к игре. Как бы, ну, это все здорово, но получается, если у нас что-то не лежит в нашем ящике, да, то есть тогда он, как бы, игра и не засчитывает этот ресурс. То есть наш личный вот этот инвентарь, он как бы уже и не котируется. Понимаешь? Вот в чем прикол. У нас здесь какая-то охрана даже маломальская ходит. Прям народ-то что-то пытается, тут мутит. Так, слушайте, а я думаю, нам, наверное, хватит этих бревен. Так, ну что ж, давайте. Прикольно. Давайте попробуем. Сосна есть. Постройте дом. Давайте построим. Построить дом. Дом. А, вон она, тростник, бамбук. Ага. Угу. Дом. Дом, блин, прикольно выглядит. Знаешь, типа такой он, как бы сказать-то, на дереве. Такой, да? Необычно он выглядит. Я бы вот так вот даже сказал. Наверное, ребят, внутри поселения. Давайте вот здесь вот я хочу. Так, и как он строится? Или он сразу построен, да, наверное? Или он только будет строиться? То есть у этого еще есть и время строительства. А вот и дом на дереве. Так, добро. Деревья подсвечиваются, это очень хорошо. После сна, кстати, хорошо бы нам поесть что-нибудь, покушать. Было бы очень-очень недурно. И попить. Очень мы любим пить, кстати, после сна. Так. Шестерочка. Бутылки наполняем. Говорит стуком. Могем. Какие-то редкие, вот какие-то проволоку, может быть, даже сюда, да, стоит убрать. Алхимия, может быть, строительство, о, ребят, категория есть прям, строительство. Я, кажется, начал потихонечку разбираться. Готовка, видите, прям есть готовка. Изготовление, ткачество, строительство. Строительство смола тоже нужно. Вот. Потихонечку начинается как-то, да, осознание игры. Вода, еда, в принципе, такие какие-то бусты, бонусы, ничего такого. Алхимия, готовка. Ну и, в общем-то, и все. Все, что у нас есть, мы насобирали. Поговорить с туком. Допустим. Наконец-то здесь. Я видел новую постройку. Прекрасная работа. Я всегда считал, что плотницкое дело — это уникальное ремесло. Ну, а выглядит классно. Сейчас пришло время людям, которые в нем живут, начать работать. Никто не рассчитывает на бесплатную еду. Ну, то есть приходят беженцы, да, и они как бы начинают свою работу в поселении. У нас здесь есть умельцы по изготовлению инструментов. Если ты построишь печь, сможешь сам в этом убедиться. О как! Ты меня опять странным способом хочешь меня отправить в лес? Не-не-не, говорит, боже упаси. На этот раз в каменоломне. Для печи нужны камни. Выкопай их. О как. А ты, говорит, сходи и выкопай их. Вот так вот. Так, братик, что мне не нравится? Мне бы хотел попродавать своим.
честно, никчемные абсолютно. Да-да-да-да-да, вот эти все луки. И, наверное, да давайте туда же и сыр, наверное, можно, да? Запеченная косуля. Кстати, очень дорого стоит, между прочим, запеченная косуля. Эль, угорь. Ну, остальное давайте, может быть, даже и оставим. И у него, конечно же, мы возьмем тетиву. Парочку прям можно взять даже, чтобы не раздумывать вообще и не париться, конечно же. Так, ну и остальное мы с вами нарубим. Теперь очень интересно, куда он нас отправляет. А сосна, что хранилище, что? Вот она, наверное. Угу. Каменоломня. Очень интересен функционал. Так. Сейчас сесть нужно покушать обязательно. Кстати, барышня с нами тоже поговорить хочет, но нам сейчас пока что не до нее. Оба. Так. Быстренько давайте леса нарубим. Все, ребята, своими руками. Очень интересно, почему нельзя... Вот, видите, смола сейчас упала. Мы с вами сделали так, что можно, типа, редкие материалы фармить. И смола. Чтобы деревья подсвечивались и вам их не искать, просто переключите оружие, допустим, с лука на топор. И сразу вам подсветятся те деревья, которые можно рубить. Тоже, кстати, очень удобно. Плохо придумали. Опять, видишь, сосна. Я предлагаю сразу же сделать стрел, чтобы больше к этому не возвращаться. Каменная кирка. Очень бы хотелось посмотреть все-таки, что это такое. Где-то по правой руке будет. Так, а каменная кирка у меня должна быть вообще, по идее, на четверочку, да. Очень интересно, как выглядит здесь вот эта вещь. Может быть, как мы вдоль воды, да, наверное, видели что-то, нет? Пока, к сожалению, непонятно, ребята. Может быть, сверху. Александр, спасибо огромное за подписочку. Слушайте, ну подъем есть? Какая-то бочка. Прикольно. Прикол. Сало. Ну ладно, давай возьмем. Интересно, что же добывать? Какой-то камень. Может быть, как в виде руды. Я думаю, что вот как мы видели с вами на этом. Кто-нибудь понимает, как это может выглядеть? Камень в хранилище. Я почти добежал до этого места, между прочим. Под нами просто шахта, я не знаю. Или... Может, я что-то не понимаю. Не могу понять. Странно. Тут типа тростник добывается. Тут камень. Может быть, шахта. Я почему-то уверен, что... Угу. Так и есть, ребят. Поехали.
не знаю. Вроде как самое обычное, самое дефолтное. Просто много-много-много камня в одном. Можно один раз просто добыть и вообще не париться больше ходить. Чья, кстати, шахта, не знаете? Осуждаю. Асу, асу, асу. Камней здесь просто огромное количество. Очень много. Бедолага устает, тяжеловато, да, идет. Камень идет намного тяжелее. Я думаю, его достаточно пока что. Тростник вдоль воды. Интересно, а как тростник чем собирается? Просто ты типа идешь вдоль этого? Петр, спасибо. Вдоль воды просто, да, наверное, тростник? Это, наверное, тростник рубится топором. Нет? Щелистник. Сосна. Я за эту шахту стою. Ну что, кстати, ни разу нас не нокнули. Мне вот это вот интересно. Как бы лишним, я думаю, не будет, да? Просто на бочку кинем и все. Тростник собирают. Я просто знаю, да, кто обычно, ребят, тростник собирает. Пу-пу-пу-пу-пу. Да. А кто, ребят, кстати, тростник обычно собирает, не знаете? Почему всегда и везде начинается вот это вот все? Как вы любите. Вот это вот зачем? Вот я сразу хочу сказать, я считаю вот эти шутки, да, они вот, ну, совсем почти неуместны. Да. И вот эти вот стереотипы, то, что как бы, ну, кто должен собирать тростник, ребят, ну, это, конечно, все мы люди, как говорится. Не-не-не. Друзья, все мы люди, и все как бы, ну, да. Как говорил, да, Митя, как бы, и они тоже люди, в общем-то, ничем почти от нас не отличаются. Да. Вообще, я считаю то, что, ну, у всех есть право на существование. Найс, работаем. Блин, офигеть, дома красивые. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Why not? Так, кстати, я совсем забыл. Дай-ка чуть-чуть. Надо какие-то получше луки изготавливать. Надо научиться крафтить что-то поинтереснее, потому что эти луки, они крайне-крайне быстро рассыпаются. И это немного от этого даже грустно, как бы. Вот, поэтому как-то так. Постройте печь, между прочим. О, привет. Как у меня все болит, Робин. Как же я рад тебя видеть, Джон. Что случилось? Простреливает, говорит, в спине. Едва могу разогнуться. В твоем возрасте это нормально, не так ли? Мэриан приготовит тебе мазь для лечения.
You forgotten about our meeting on the bridge or what? You don't forget. Couldn't be any other way with a teacher as excellent as me. You fancy a little adventure? С такого отличного друга, как ты, Джон, на каком приключении ты говоришь? And a friend as excellent as you, John. Nothing epic. Нам нужно добить морду нескольким бандитам. Легко. Вообще всегда только за. Сейчас, ребят, сорян, малой звонит. Так, я, в принципе, только за. Да, мы за любую движуху. Так, нам бы чем-нибудь отпиться. Нам бы чем-нибудь отпиться. Хотя бы вот так, да, даже. И нужно построить печь. Интересно, как же печь выглядит. Блять, наверное, как печь. А почему-то я ее не вижу. А, ну я даже не удивлен. А как-нибудь можно? Ну, да, типа. А как, сейчас, секунду. Ну, вообще бы было, да, вот так вот хорошо. Вот здесь тот промзону-то сделать нет. В центре вот это дерево здоровое оставим. Я думаю, что мы вот здесь тут сделаем промзону. Угу. Жалко, переносить нельзя. Давайте сюда промку сделаем. Так. Ну что же, вот она и... Печь. Можно ее вообще прям... Да не, я думаю, вот так вот сделаем. Да? Айда смотреть. Интересно же. Давай, давай, мужики. Печь. Расплавный металл служит для изготовления основных предметов. И пошли кирпичи. Слитки серебра, медь. Так. Прикол. Блин, я бы, конечно, поставил эту какую-нибудь основные сначала. Wonderful, Robin. You've mastered the portion of duties related to managing the village. Справился с частью своих обязанностей по заботе о поселении. Никогда не сомневался в твоих охотничьих навыках. Руководить строительством — это совсем другое. Как видишь, я и с этим справляюсь. Будем надеяться, что крыша не упадет никому на голову. Робин, умеешь быть серьезным? За жизнь просто разговор. Поселение, которое мы создаем здесь, это только начало. Ты сам увидишь, что со временем мы научимся действовать не как группа лесных разбойников, а хорошо организованная община. Таков план. Я сделаю так, чтобы люди могли жить свободно, без тирании шерифа. Конечно, ты веришь. Я верю в это. Даже если бы я верил, учитывая твое упрямство, было бы даже неважно, типа с тобой спорить вообще бестолку. Так в чем же дело? О людях пока, о тех, кто нам ближе всего. Ты ведь знаешь, что вокруг нас богатые, обширные земли. Здесь живут разные роды, группировки и союзы. Часто они не питают друг друга теплых чувств. Я понимаю это. Постарайся завоевать симпатии хотя бы некоторых. Покажи людям, живущим в этих землях, что надежда еще не потеряна. Получив их поддержку, ты сможешь двигаться дальше увереннее. С чего я должен начать? Любое действие, направленное против бандитов или людей короля Джона или шерифа, аноним, спасибо, имеет значение для каждого из нас. Спасибо. Наместник хочет обезглавить хорошего человека, помешайте его планам. Видите караван с золотом короля? Ты знаешь, типа, что делать. Однако есть места, где происходят крайне тревожные события.
Что ты имеешь в виду? В районе Барнсдейла ты можешь повстречать людей, короля и бандитов. Основную угрозу представляют сыновья Адама и отверженные дети. Спасибо огромное. Спасибо. Местные жители будут рады твоей помощи. Конечно, они заслужили это. Very noble of you, dear Robin, as always. I know you. I believe you, Friar. Are there any places? Есть ли места, которые я должен увидеть? I have two in mind. Would you prefer to hear about mysterious thefts or wolves in a silver mine? Волки в шахте. Mysterious. I don't know much. Просто забираем все. Very amused. Since recently, though, is there any? I do not. Anything else? The De Greys. I can wager. Right now, the most. Все, два взяли. I'll look into. Два квеста взяли. Ну что ж, довольно интересно и необычно дает поворот игра, потому что, если честно, я до сих пор не понял, как возвращать имущество украденное. Может быть, все-таки кому-то, куда-то, где-то, как-то можно это делать. Но я бы построил лесопилку. Кстати, а почему бы вообще, в принципе, нам с вами это не сделать? Почему мы, допустим, не можем взять и поставить ту же самую лесопилку? Потому что, ну, основа основ — это всегда, да, вот какие-то вещи, которые... Блядь, сосна... слиток меди и слиток серебра. Да, добрый вечер. Все не так уж и просто. Так что будем потихонечку, ребят, проникаться в игру. Что я еще хотел сказать? Мое впечатление вообще, вот, то есть как, что, где, зачем и почему... Она интересная, она прикольная. И, вы знаете, я бы, наверное, еще ее пощупал и в нее бы поиграл. Потому что хотелось бы побольше в ней разобраться. То есть, может быть, если захотите, я думаю, что можно будет и еще в эту игру поиграть. Здесь по-любому в лейте очень много контента. Здесь по-любому чуть позже тоже будет всего просто огромное количество и стройка, и вербовка, и группами с людьми ходить, что-то кого-то гангать. Так что я думаю, что это очень интересная тема, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем огромное за просмотр, пишите обязательно комментарии, что вы на эту тему думаете. В телегу тоже заходите, Heart Inside, welcome.